Друзья, всем привет! Мы сейчас находимся в гримерочке, у нас есть немного времени, и мы решили для вас показать вам гармонию песни «Шан во поле в озерушках». Сыграет вам Юра на гитарке. Всем привет! Ну, начнем мы со вступления, и постараюсь это сыграть медленно, потому что кто-то из вас имеет музыкальное образование, кто-то не имеет. Будем усредненно действовать, не будем углубляться, так сказать, все по факту. Филипп может комментировать гармонию. Можешь? Могу, конечно, друзья, конечно. Будешь нашей честью и совестью. Подходи сюда ближе. Итак, тональность ре минор. Вступление. Да. Такое ощущение... Спасибо, Филипп. Очень здорово получилось. Обращайтесь. Есть автонавигатор, а есть аккордовый навигатор. Так, пошли. Играем куплет. Первый куплет. А что ты сидишь без дела? Давай пой тогда. Давай, Жень, напевай. Фа-мажор, ре-мажор, соль-мажор, ля-мажор, ре-минор. Небольшой отыгрыш. Так, мы сыграли. Ну, в принципе, можно сказать, полдела мы сделали, потому что в ре-миноре в нашей версии звучит 4 куплета, потом просто переходим... Благодаря модуляции в ми-мажор. Модуляция через соль. Ми-минор. Через си-мажор. Через си-мажор. Через си-мажор. Ми-минор. Ну что, запишем ми-минорчики? Давай. Фил готов? Да. Поехали. Ми-минор. Ля-минор. Ре-мажор. Соль-мажор. Си. Септ, ми минор, ля минор, ре мажор, соль мажор, си септ, ля минор, си септ аккорд, ми минор, ля минор, ре мажор, соль мажор, си мажор на септ аккорд, ля минор, си септ. Ну, и давайте еще в ми-миноре сыграем проигрыш, который звучит в середине. Основной песни. Проигрыш. Основной проигрыш, который несет самую главную драматургию. Ну, по крайней мере, я так считаю. Поехали. Такие вот дела по аккордам. Есть еще у нас дальше модуляция в соль минор, но я думаю, что для этого видео достаточно будет пока этого материала. Ну что, все получилось у нас? Все получилось, все записали. Ребята,
Кто будет эту песню учить, разбирать, записывайте свои варианты выученные, присылайте нам, мы опубликуем в Телеграме, в Инстаграме. Ну, в любом случае, выкладывайте то творчество, которое вы делаете на базе «Партизан FM» на наших песнях.